В школьных столовых Нижнего Новгорода ведут особое меню для аллергиков. Об этом заявил глава города Владимир Панов на встрече с родителями. Они предложили свою помощь для контроля за качеством питания. На встрече прозвучали и другие предложения, например, по изменению интервала питания в перемены и по улучшению школьного меню. По итогам встречи Владимир Панов сообщил, что в ближайшее время в одном из районов города начнется пилотный проект по индивидуальному питанию детей. Будет отдельное меню, которое для детей аллергиков. И, соответственно, по этому меню будут отдельно поставляться продукты питания напрямую из молочной кухни, которая также работает как муниципальное предприятие. И это вот в течение месяца уже будут у нас первые результаты, и мы их оценим, насколько они положительны. Будут ли довольны родители? Маленькие дети, безусловно, они больше подвержены аллергиям, и это больше выявится. Конечно, в школах уже немножко не так, поэтому, безусловно, это очень важно, это будет очень полезно. Напомним, свои пожелания и предложения по поводу блюд школьного меню можно озвучить, позвонив на горячую линию ЕЦМЗ по телефону, который вы видите на экране. Фото и видео можно отправить также в мессенджерах, номер на экране.